Сожжение в хорошем состоянии. Неплохо играли все. Быстрые, резкие, молодые. Что у вас не получилось? Ну, может, три человека со старта не было, может быть. Потом мало движения, убегаем в атаку, не успеваем возвращаться в оборону. Ну и какие-то такие персональные ошибки, кто-то не добежал, не доиграл. И все. Нам спасибо. Говори по поводу игры что-нибудь. Могу сказать, что соперник был непростой. Несмотря на счет, создавали много трудностей на обороне. Были хорошо подготовлены, но мы сегодня собрались. Пацаны были мотивированы. Хотим догнать третье место, войти в Лигу чемпионов, чтобы на следующий сезон играть. Сопернику спасибо за игру. Пацанам скажу не расслабляться. Все, спасибо.